Всем привет! Интернет-ресурс megaobzor.com предоставляет вашему вниманию очередную бюджетную модель компании Мегафон. Это смартфон Мегафон Логин. Устройство приходит вот в такой маленькой коробочке черного и зеленого цветов. Как вы можете видеть, здесь ничего особенного так не нарисовано. Можно лишь увидеть комплектацию устройства. Так, открываем коробку. Внутри находится сам смартфон. Зарядное устройство. Гарнитура. Руководство пользователя. И в ней же гарантийный талон сзади. В принципе, комплектация такая стандартная. Давайте рассмотрим сам смартфон, который обойдется покупателям приблизительно в 2500 рублей. Очень дешево. Вот она, такого небольшого размера. Спереди три сенсорные кнопки. Кнопка возврата на предыдущую страницу, кнопка возврата на основную страничку и вход в настройки. Здесь также есть кнопка, скорее всего, она просто используется для улучшения дизайна. Она также выполняет функцию возврата на или включения устройства, вот так. Ну, то есть экран включается. Здесь рядом находится динамик. Так, переходим выше. Здесь динамик. Сверху кнопка включения и разъем для гарнитуры. Снизу, как вы можете заметить, ничего нету. С левой грани разъем для зарядного устройства. С правой грани кнопка регулятора громкости. Как вы можете заметить, сразу здесь разъем для снятия задней крышки. И вот такая вот полоска серебристого цвета. Сзади находится фотокамера со динамик. Итак, задняя крышка открывается. Сейчас сначала выключим. Так, хорошо. Крышка держится плотно. Даже открывается, в принципе, нормально. Итак, здесь находится аккумулятор. В принципе, для бюджетной модели очень даже неплохо. Достаем. Здесь слот для сим-карты. И слот для карты памяти. Однако конструкция выполнена вот так. В принципе, не знаю, ну, мне такая конструкция не нравится. Так, засовываем обратно. Включаем. Как вы можете заметить, дисплей покрыт защитной пленкой, которую можно отодрать. Ну, пускай лучше стоит. В принципе, сенсор довольно-таки неплохой, но сразу же могу сказать, что три нижние кнопки сенсорные порой начинают глючить и приходится очень много раз нажимать, так как они плохо реагируют на нажатие. Угол обзора очень плохой. То есть, чтобы все четко видеть, приходится смотреть именно под углом 90 градусов. Стандартный Android, версия 4.0. Обновление не выходит, есть только перепрошивка, которая весит около 200 мегабайт. Но все равно остается Android 4.0.4. Все идет по стандарту. В принципе, вот здесь можно заметить, что идет новостная лента Mail.ru, то есть, когда вы подключаетесь к интернету, она начинает работать и меняется лента. То есть, можно нажать, зайти, почитать все. Здесь основные программки, Play Market
и можно самому всяк ставить. Навигация, заходим в меню, то есть все по стандарту. Так. Как я уже говорил, версия Android 4.0.4. Памяти здесь не так много, 4 гигабайта, оперативки 512, в принципе место показывает то, что всего 2,2. Также наличие поддержка CD-карты до 32 гигабайт. Звуком устройство особо не отличается, то есть послушать музыку, фильмы различные, то есть вряд ли можете насладиться и получить какое-то удовольствие. В принципе, устройство, скорее всего, предназначено для интернета, чтобы покопаться в сетях, что-то скачать, что-то посмотреть. Итак, посмотрим тесты в бенчмарке. Устройство набрало, в принципе, достаточно приличное количество баллов для такой модельки. Напомню, что она обойдется всего в 2500 рублей. Скорее всего, это самая дешевая бюджетная модель, в которой довольно приличный функционал. Одновременно устройство поддерживает до 2 касаний. Есть навигатор, карты, ну все по стандарту. В принципе, камера устройства в дневное время суток работает более еще так нормально. Скорее всего, это связано с тем, что не хватает в ней автофокуса. А вот в ночное время суток камеры можно вообще не пользоваться, потому что кадры получаются просто ужасные. А так, в целом, устройство получилось очень даже неплохо. Мегафон еще раз порадовал своих клиентов новой моделью смартфона, который попал в бюджетный сегмент. Спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал. Много сайтов полезных в сети, среди них можешь ты потеряться, но один не забудь посетить, чтобы знаний полезных набраться. Megazor.com. Обзоры всего Рунета.